куда-то убегают. Ну что вы там, истощали, оголодали без меня, наверное. Хлеба не купил, да? Купил вам и хлеба, и ветчиночки купил. Где? Ну а куда студент спрятался? Сидят. Здорово. Ну что, купил я вам оголодавшим хлеба, да, ветчинки. Ветчинки. Довольны? Не убери, не фотографируй хоть. Ладно, все, убираю. Держи давай калитку. Смеешься. Привет, ребята, собрались на рыбалку. Вот, рюкзак у меня тут сзади. Дровишки с червями. Да, что мы тут дров взяли с собой? Ну-ка. Будем кушать. О-о-о. И червячков накопали. Сейчас пойдем, это самое, в устье реки. Посмотрим, что там ловится на вечернюю зорику. Подожди, а где тропинка? Мы не туда пошли, друзья. Сколько она вырастала. Ну и тропинка заросла даже, да? Гвозди могут быть. Гвозди могут, да, тут дом сгорел. Люди строятся. Сейчас хотим, короче, половить подлещика. На вечернюю зорьку. Сейчас время 9 часов вечера. Ну нам тут вот идти-то всего. Вот она речка. Сейчас покажу. Вот она течет. Она вон туда вот, где озеро. Туда надо. Вот туда нам надо. Как тут, Савик, идти? Не бегал тут? Так бегал, а? Влево надо уходить на поле и вдоль поля идти. Вот она речка идет. И заворачивай туда. В устье сейчас. Че ты куда? Да не, ты еще вот. Вдоль поля, тут вдоль поля в устье надо идти. Уже картошечка. Картошечка какая. Сегодня какое у нас? 28. 28 июня. Можно речка. Красота. Катисочка стоит даже. Рыба весной. Туда заходит в эту дырочку, обратно выйти не может. Их вот у берега кидают, расставляют. Вот прямо у берега, чтобы вытащить за веревку можно было. И все. Каждый день проверяют. Ну, плещется рыбка. Вон здесь плещется. Ну, пойдемте, посмотрим. Небо-то, конечно, такое опасное. Фига там, как пасть, волчья пасть. Облака такие. Вот, подходим, друзья, к устью реки. Так что усаживайтесь поудобнее в кресло, наливайте чаек, кофеек и смотрите, как мы будем с ним ловить с Савиком сейчас подлещиков.
Вот она. Вот она устье-то. Долгожданное мое. О, следочки тут есть уже. Ага, нифига, кто там что поставил? Не может такого быть. Перекрыли нам, что ли? Перекрыли нам проход, друзья. Фига комарья тут. Угу. А мы напшикались. Не знаю, что там, бутылка плавает. Может проверить. Вот здесь вот яма. Даже, да, вот эта полянка. Все обычно отдыхают. Подзаросла. А вот здесь вот эта яма. Здесь вот именно вот здесь мелко-мелко-мелко, а потом вот плюх, и вот в этом месте яма. Метров, я не знаю, 3, наверное, точно. Может, сейчас уже подзакидала ее песком. Дно песочное. Ну вот еще с такой. А вот здесь вот вообще песочный пляжик. Мы раньше там купались в устье. Здесь вот сейчас сюда еще потом сходим. Ладно, приступаем. О, так. А. Нам надо туда, наверное, да? С тобой закидывать-то. Сейчас пройдемте туда, ребята. Там костер и разожгем здесь. Да не будем ловить. У нас удочки без поплывков опять. Эти крючки. Где у меня тут? Вот. Сейчас покажу. Вот два крючка. Как бы там, чтобы видно было. Он грузило. Один крючок. И второй крючок. Вот он. И у Савика так же самое. Такая же бадья. Чуть не упал. Все, пойдемте сюда, в самое устье. Будем на глубину кидать и будем ловить. Все, комары меня сожрали. Сейчас проберемся. Надо еще где-то место под костерок. Сосисочки взяли еще. Вот тут такое местечко хорошее тоже. Неплохенькое. Сейчас определимся, где что. Бачить. Посмотреть, что тут за место. На берег выйти хоть. Да, можно вдоль бережка пройти. Вот песочек такой. Ну, вот здесь вот и будем кидать. Костер нам где-то надо от комаров. Комары, ребята, карельские. О, просто зверюги. О, какие. Сюда пойдем, да? Иногда. Подожди. А вот туда и надо. Оттуда и вот лучше кидать. Вот это устье реки. Ага. Так, 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 так. Там, где рыбачим, там мы и будем. Костер разводить тогда. О, отсюда будем кидать. Либо отсюда, да? Тоже местечко у тебя такое. Тут уже не все такие стоят. Да, и не знаю, что тут поставили. Груз какой-то. Можно где-нибудь вот развести его, да и все правильно. Здесь вот решили под этими ветками развести костерок. Мало ли дождик. Сосисок еще взяли с хлебом. Студенту хочется же все время растет кушать. Он уже палку себе вырезает. Хочет две сосиски сразу насадить. Три влезет. Три. Учись, учись. Стругать. Нет, тут только на одно. Ну все, коры взяли, бересты этой.
бересты взяли. Вот еще осталось даже. Что-то такое плеснулось. Это я. Ну сейчас вот здесь будем закидывать. Палочка стоит, закидал вон туда на глубину, там трава появилась. Ага, траву не надо. Видишь, там трава? Да. Вот туда не надо. Сейчас вот эти кусты обломали все ножом. Вот они здесь теперь у нас. И комары нам теперь не страшны. Как раз от этого самого, от кустов, от больших, все к нам, весь дымок. И мы тут сейчас собираемся ловить рыбу. О, Савика результат какой-то тянет. Окушок, я зацепил. А не, смотри, не окушок, что это? Плотвичка. Плотвичка. Да, бабушка любит плотвичек, да? Ну, наверное. Ай, чуть не да. О, а, воды набрать. Не надо, там живые чистить. Она не будет сегодня уже чистить ночью. А завтра почистит. Ай, слизи. О. У, какой гигант. Вот это гигант. Ну и то, с почином, студент. С вас лайк. Вот, ребята, смотрите, клюнул все-таки подлещик. Ура! Поздравляю, с почином тебя. Да, и неплохой вроде бы такой, да, подлещичек. Нормальный. Ну, все, продолжаем. Савик уже сосисочку пекет. Да, вот. Ну, смотри-ка. А я такую жменьку насадил немножко, ну, 2-3 червяка на крючок. Верхний погрыз, а потом на этот взял. Все, друзья, продолжаем. Ведерочка выполняется у нас. Опа. Сейчас положим его. Сейчас будет плескаться. Да и пофиг. Ох, губа у него какая. Ну такой, да? Ох. Ой, тихо. Ох, бабушка, да? Посмотрит хоть. О, сразу с пол ведра. Ну. Круто, круто. Ладненько, ребята, продолжаем ловить. Да. Сейчас сосисочки. Поставим. И все, обратно закинем. Да. Фига, у тебя там булькнуло что-то. Ну-ка. А, кушбарик, да, да. Маленький. А, кушбаричек. Мало-мало меньше. Он чуть-чуть, да? Он заглотил, там голодный был. Ну, хорошо. Вечерняя зорька. Давай, снимай. Сейчас бы его еще снять. Какой красавчик. С вас дизлайк. Вон, Сай, кажется, сосиску бросил, побежал бегом. А вот там одна. Один кусочек, смотри, лежит. Где? Один съел, один такой. А, ну. Откусил. Вот. Потихоньку совмещает полезное с приятным. Там трава. Не, ну ты как раз, да, в траву попал. Тебе надо само устье, чтобы не попасть на эти. Травки там хватает. Не знаю, не показать ее. О, ребята, и я вытащил окушка тоже. Окушбарика. О. Такого окушочка. Савик, он там сосиски пекет. Рыбу не хочет ловить. Рыба ловится. Кейсы крутятся. Савик. Чего? Пошли ловить. Сейчас я перекушу чуть-чуть. Давай, перекусывай и ловить.
Вот сосисочки поспели на костерочке. Ай, вещь. Ты будешь сосисочку? Конечно. Пока, ребята, тишина. Вот как есть эти гаврики, так они тут и есть. У Савика удочка заброшена. Все дело в сосисках. Да, тут ребята нам уже не до рыбалки. Мы уже сосисками занялись там. Давай, жуй, да ловить на. Красота, ребята. Это красотища. Солнышко село уже почти. Самое то. Вон у меня грузило с крючками. С веками. Давай, может, сосиску это как его насадим. Может, клюнет чем. Этот. Сом. Сом может запросто. Тут есть сом. Он один раз в 100 лет только всплывает. Сомяра. Красота. Хорошо сегодня. Рыбка, правда, не ловится. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас еще половим. Вот так вот, ребята, отдохнули. Конечно, результат такой вот, плачевный. Но зато сосисок напеклись тут на костре. Комаров накормились. Короче, все удовольствия жизни получили. Да. Пойдем домой, уже время часов 12, наверное. Не знаю. Так что, ребята, всем пока. Отрицательный результат — это тоже результат. Но сосиски вкусные. Да, сосиски Савику понравились. Это главное. Так что, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, вступайте в группу. Всем пока. Пошли. Костерок залили. Вот такое местечко, устье реки. Ну, погода не дает, друзья, ловить. Так что я сделаю? Что я сделаю, да, Савик? Не дает погодушка. Вот, цепилось, все. Да, красивая, смотри, вот поляна, вот мы магнит придем сюда кидать завтра, да? Да. Вот в эту яму как раз и покидаем. На удочку с поплывком раньше тут ловили. Покидаем магнит. Какая красота, да? Речка течет. Может, через калитку придем, как правильно? Или что, так не? Не, пойдем, как и шли. Так же. Поле. Это поле. В том году карася прыгнули. Карася, да? Да. А, ничего себе. Это с рыбзавода развели раньше, карася здесь не было. Рыбзавод на озере стоит, они разводят это.
потом весной уходят с маленькой дырочки, знаешь, такой 5 на 5 выйдет. Рыбы тонна две. Все, ребята, всем пока.